Не говоря уже о том, сколько нарушений делают эти люди, которые отмечают день рождения пророка, алейхиссалату вассалям, нарушений шариата. Одно из них, может быть, самое страшное, они начинают превозносить пророка, алейхиссалату вассалям, до чрезмерности, излишествуют в этом, возводят его выше уровня, который отвел ему Аллах, субхана ва тааля, чуть ли не обожествляют его, приписывают ему качество господства. Делают вещи, которые несовместимы с шариатом, бьют в барабаны и танцуют, и делают еще это в домах Аллаха, субхана ва тааля. Нет. Мы скажем, обязанность каждого из нас любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это должна быть правдивая любовь, которая исходит от сердца и, конечно, выражается в том, в чем она выражалась у сподвижников. А это неукоснительное следование за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это любовь, а не вносить в его религию какие-то новшества, чего-то выдумывать, не следование за своими желаниями и страстями, не слепой фанатизм в отношении своих отцов, своего мазаба, своей партии или своего ученого, как это делают многие. Им говоришь, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а они же говорят, нет, в моей партии не так, в моем мазхабе не так, мой шейх говорит не так, от моих отцов я видел не так. И ставят слова своих отцов и слова своих партий и мазхабов и групп выше слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.